Добрый вечер. Сегодня понедельник, и в эфире телеканала «Семей» программа «Время вашего вопроса». Осень ознаменована не только началом учебного года для студентов и школьников, но и прежде всего развитием культурной жизни нашего города, открытием театрального сезона. У нас сегодня в гостях, я не мог просто не пригласить, это директор Государственного русского драматического театра имени Федора Михайловича Достоевского Яков Вениаминович Горельников. Добрый вечер. Добрый вечер. Яков Вениаминович, началась пора, страда, да, рабочая. Но я так понимаю, и за период отпусков летних тоже происходили какие-то события, было что-то интересное в театре? Когда коллективы уходят в отпуск, как известно, в театре имени Абая работают три коллектива. Казахский музыкально-драматический имени Абая, молодежный театр Дарига и русский театр имени Федора Михайловича Достоевского. И для этого периода характерно то, что мы активно готовимся к новому театральному сезону. Это помимо того, что идут какие-то ремонтные работы, подготовка к зиме, улучшение условий встречи зрителей, улучшение рекламы и разнообразие его. В этом году, в этом театральном сезоне мы начнем реализацию билетов помимо театральной кассы в режиме по интернету. Это у меня следующий вопрос, как раз с этим связан. Да, я опережаю события. То есть, ну и самое главное, это формирование репертуара. Репертуар – это лицо каждого театра. Формирование репертуара на театральный сезон 18-19 года. Это не только название спектаклей, это приглашение режиссеров. Надо отметить, я сразу же вас перебью, Русский драматический театр имени Федора Михайловича Достоевского, наверное, единственный театр, в котором штатного режиссера нет. Есть каждый год приглашается практически на каждый спектакль какой-то свой режиссер, либо выпускник, да, это его выпускная работа, либо уже проверенный мэтр, который создает что-то для жителей семьи. Причем это люди с совершенно разных стран, городов, государств, да? Да, это совершенно верно вы подметили. Я сейчас не буду дискуссировать о необходимости, нужно, не нужно. Ну, в данном случае мы пришли к тому, что вот в том положении, в котором существует театр, исходя из того, что происходит вокруг в театра, для нас интересно это приглашение разных режиссеров на разные постановки. Это свежая кровь, это свежие идеи, это новая форма, это совершенно другие построения взаимоотношения с коллективом театра, не только с творческим, но и с техническими цехами. Это другой взгляд, другой подход вообще на театральное, так скажем, искусство. И для нашего театра это интересно. И так воспитывается коллектив, что они профессиональные люди, и они должны сами следить за своим профессиональным мастерством, то есть это и речь, это и пластика, это и внешний вид, держать себя в форме. Вот если это существует, если каждый человек, выходящий артист на сцену, требователен к себе, и если он занимается этой профессией всерьез, вот тогда театр будет двигаться дальше, а не стоят на одном месте. Потому что, к сожалению, когда есть штатные режиссеры, через какое-то время они становятся неинтересны, потому что происходит повтор. Повтор. Это неизбежно? Ну, практически да. Угу. Это одно, и потом еще есть такая боязнь, что он работает с определенным количеством людей. Вот ему нравится такой тип артиста, ему нравится это направление в артистов, этот взгляд на артиста. Он работает, все остальные смотрят, статисты.
И это, разумеется, вызывает совершенно нездоровые, негативные вещи в коллективе. Здесь приезжает человек совершенно с новым взглядом. Он, может быть, даже не знаком с труппой. Он совершенно не знаком с труппой, ему нет каких-то человеческих пристрастий режиссера к актеру. Это чистый белый лист. Uh-huh. И поэтому, когда идет распределение, он перед этим знакомится с артистами, он смотрит спектакли, это все пропускается через меня, идет построение того или иного спектакля. И это всегда интересно. Это а такое практикуется еще где-то? Знаете, сегодня во многих театрах есть главные режиссеры, художественные руководители, но уже сегодня нет, как раньше было, есть главный режиссер, есть очередной режиссер, и вот между ними идет дележка постановки того или иного спектакля, и только они ставят на сцене то или иное произведение. Уже в каждый театр приглашает интересных режиссеров. То есть режиссеры теперь как бы это... На расхват, по сути, да, если так можно сказать. На расхват, да. Он может сегодня поставить спектакль в одном городе, в одном театре, через месяц его могут пригласить совершенно в другой город. Да, ну, на расхват я так как бы не обобщать не буду, потому что... Образно. Совершенно верно. Хорошие режиссеры – это штучный товар. Это интересно, да. Как и хороший актер. Да, правильно, потому что сегодня приглашение, когда ты приглашаешь режиссера, даже если ты его не знаешь, ты все равно наводишь справки, откуда, где, чего, как поставил, отзывы. Ну, сегодня очень легко проследить, зайти в интернет, на страницу того или иного режиссера, и тебе все это высветится. Вот к лету вернемся чуть позже, просто не могу не задать, раз уж мы коснулись интернета, цифровых технологий современных. Современная культура, она гибкая, она меняется постоянно, да? Театр тоже идет в ногу со временем. На открытии театрального сезона была шикарная постановка с эмоджи, смайликами и так далее, от Элла и Дездемона, Ромео и Джульетта, это было супер. Как вы, как театр современный, вот, входит в эру цифровых технологий? Ну, я скажу, вот, коль задали вопрос, и разговор пошел по открытию театрального сезона, это уже в театре стало традицией. 1 сентября, в данном случае одновременно три театра, выходят на площадь, выходят на... На крышу было такое. На крышу было, да. Было на крыше. Разные названия мы придумали. Было на крыше и в театре, вокруг да около, ну и так далее. Территория таланта была. А в этом году мы пошли от другого немножко и назвали это абсурд. Абсурд, театр и понятие театр – это и есть абсурд. Все, что происходит на сцене в той или иной ситуации, это и есть абсурд. Абсурд серьезный, абсурд с иронией, абсурд с юмором, совершенно неожиданности, которые там происходят. И вот от этого мы исходили. И три театра подготовили так называемые театральные капустники, где переполненный зрительный зал, он не мог вместить всех желающих. Кроме этого, у нас в фойе была выставлена выставка, это театральный, где были костюмы выставлены, где были реквизит. И вот художники, то есть они могли, зрители, пришедшие в театр, могли познакомиться с людьми, которых они не видят на сцене. И кроме этого мы показали капустник, на наш взгляд, интерес. Три театра показали, как я уже сказал, в том числе и театр Достоевского. Это совершенно неожиданный был, как бы смысл этого всего было и в понятии абсурд, и то, что там показали, то, что вы сказали, смайлики и так далее. К сожалению, мы сегодня увлеклись смартфонами, мы сегодня увлеклись компьютером, социальными сетями, но забыли о том, что есть душа человека, есть другой пласт человеческого взаимоотношения, есть другой пласт культуры,
и такое общение театр-зритель, где это совершенно непосредственное органическое общение, это она, где эмоции перехлёстывают сцену и идут в зрительный зал, и зритель становится соучастником происходящего. Катарсис. Это да, совершенно верно. И вот это интересно. Это не заметить, когда артисты видят, что зритель, сидящий в зрительном зале, сострадает, сопереживает, что он плачет, что он смеется, что он аплодирует. Да, вот это и есть заслуга театра. Для этого театр и существует. Если, исходя, выйдя из театра, зритель хоть чуть-чуть, хоть на одну секунду, у него появятся какие-то другие чувства, какой-то другой взгляд, у него появится, что есть другой мир существования, в который можно окунуться в этот мир, то это здорово. И если вот это доброе зерно театр закладывает в этот человек, это не значит, что, посмотрев спектакль, зритель выйдет, и он изменится. Я буду лучше, или я так не буду. Ну, это наивно так думать. Но если хотя бы он на секунду задумается, то это и есть предназначение театра. Я вот вспоминаю, когда ходил на спектакль «Эквус», и, выходя из зала, естественно, хочется обсудить, поговорить о том, что происходило на сцене, как это было передано. Молодежи очень много было на этом спектакле, и я видел, как они собирались в группке, обсуждали, а я видел постановку там такую-то, а я читал книгу, а у нас вот так это было. Это безумно здорово, что вот театр, помимо того, что очищает человека, он еще и подвигает думать, рассуждать, обсуждать в кругу друзей, в кругу знакомых, товарищей. Молодеет ли театральная аудитория сейчас? Конечно. Зрители, я имею в виду. Конечно, да, конечно. И хорошо, что вот на спектакле трех театров на премьеру где-то 50%, больше 50% заползал 500 мест, заполняют люди, которые пришли и приобрели билеты через кассу. То есть их не подталкивал никто, их не уговаривал, не было никаких разнарядок, это уже прошлое, да. Это собственный интерес, значит, это востребованность. И, конечно, все спектакли заполняют сегодня большинство, так скажем, 70-80% зрительного зала – это молодежь города. И то, что сегодня у нас налажены тесные взаимоотношения с акиматом города, с руководителями колледжей, высших учебных заведений, с отделом образования, когда у нас проводится это уникальный проект, который, поверьте, в Казахстане нет, это не театр, который мы проводим. Это когда утром приходят дети, школьники, после обеда приходят старшеклассники, и это то, что они видят, это ничем не заменишь, ни даже прочитанной книгой или лекцией педагога, когда живое общение, живой диалог со зрительным залом, то, что они видят зримо, не только воспринимают ухом. И это, конечно, это просто здорово. Мы здесь благодарны. И вот эти колледжи, и понятно, руководители, так скажем, большинство колледжей это понимают, потому что у нас есть дети сельской местности, есть дети, которые никогда не посещали музеи, там, театры. Ну, так получилось. То они это вот понимают, что этой работой, воспитанием культуры нужно заниматься. И вот многие колледжи ходят в выставочные залы, ходят в библиотеку, ходят в театр. Потом они вернутся в село к себе, разъедутся в другие города Казахстана или за пределы Казахстана, или здесь же придут куда-то на производство, в учебные заведения. И вот это восприятие искусства, восприятие культуры –
это у них останется. Они разъедутся, да, но я знаю, что согласно программе вот, модернизации общественного сознания Рухани Джангиру, там 6 отдельных направлений, вот в одном из них было сказано, что развитие современного театрального, не только театрального, вообще современной культуры, театр же тоже выезжает, как я понимаю, в регионы, да? Потому что я был в Бескарагайском районе, Масленица, там 2 дня проходили дни, туда приезжал Каменогорский театр, детские, давали спектакли детские, там был музей краеведческий с какими-то экспонатами яркими, такими историческими, и я так понимаю, что и мы куда-то ездили, да, семьей? Обязательно. Вы знаете, вот эта программа «Рухани Джангиру», она подтолкнула учреждение культуры, сейчас об этом будет более эмоциональной, более интенсивной работе, более качественной работе. Мы пересмотрели все свои планы, абсолютно все пересмотрели, это и творческий, и репертуар. И в планах у нас заложено, ну, в первую очередь мы являемся областным театром, и в первую очередь обслуживать свою область. И это инициатива акима нашей области Даниила Кенжетаевича Ахметова. Были выделены определенные средства. И всю область, еще не всю, вот сейчас это будет с октября продолжено, октябрь, ноябрь, декабрь. Но мы посетили не только, вот вы сейчас сказали, Усть-Каменогорский драматический театр, но и наши 3 театра. Мы побывали с лучшими спектаклями, которые есть в репертуаре наших театров, в том числе и детский репертуар. Мы побывали в Тарбагатае, мы побывали в Зайсанском районе. И не только показывали спектакли в райцентре, но в самых отдаленных местах, которые зрители говорили, что мы впервые видим театр, к нам впервые приехал театр. А вот с оснащением как там, как-то выкручивались, да? Ну, вы знаете... Ну, как бы там, допустим, школа, да, там, актовый зал. Школа, мы все возили с собой. Ага. То есть это, да, это не только творческий состав, но полностью, вот все, что зритель видит на сцене стационарного театра, мы грузили в грузовую машину, возили. Ага. То есть мы были, помимо районов, которых я назвал, мы были в Аягузе, мы были в Бородулихе, в Кинском районе, мы были в Курчатове. Да. Когда вы успели это все? Это было весной, как я понимаю. Это весной, да. Это было весной, разумеется. И это продолжится? Это вот сейчас будет продолжено. Сейчас мы только вышли из отпуска, как бы организационные вещи эти пройдут, открытие театрального сезона, и это будет продолжено. Поэтому эта инициатива акима, она поддержана, разумеется, областным управлением культуры, архивов и развития языков, которые курируют это, которые нам помогают во всем этом. И мы с удовольствием едем. Я вам скажу, что когда выезжаешь в районы, в сельскую местность, то там совершенно удивительный зритель. Зритель. Опять следующий мой вопрос. Зритель непосредственный, зритель. Настолько это все живо. Если это драматическое произведение, нужно плакать. Он не стесняется, все переживает и плачет. Нужно смеяться, он аплодирует. Заканчивается спектакль. Вот искренне от души звучат аплодисменты. Идет шум по зрительному залу, возгласы, браво, приезжайте еще. Выходим, нас встречают аплодисменты, приезжайте, когда приедете. И это, вы знаете, и понимаешь о том, что театр ты необходимым. И нужно, обязательно нужно приезжать именно сюда, и как можно чаще. Это здорово. Тем более репертуар огромный, и как бы показать есть что. О репертуаре. Что ждет жителей нашего города в этом новом театральном сезоне? Ну, я уже сказал, что 1 сентября 3 театра мы открыли новый театральный сезон. Это так, традиционная, так скажем, шоу-программа. Сейчас идет уже подготовка к открытию театрального сезона. 21-22 открытие театрального сезона у нас будет. Первый у нас по традиции открывает Казанский музыкально-драматический театр. И мы уже несколько лет открываем спектаклем «Абай».
открываем классическим спектаклем. Театр, здание, театр носит имя Абая. Мы как бы должны соответствовать этому. Угу. Следующий спектакль у нас будет в этом году молодежного театра «Даригай», премьерный спектакль. А уже 29-30 числа открывается театральный сезон, откроет Русский драматический театр имени Федора Михайловича Достоевского. Для постановки спектакля румынского драматурга Себастьяна, Михая Себастьяна, «Безымянная звезда». Многие, наверное, зрители как бы фильм знают. Старый. Да, старый, с участием Казакова, Костолевского. Угу. Вертинская. И это будет у нас на сцене. И это у нас на сцене. Но только, разумеется, это сегодняшний день, это другой взгляд, это не кино, поэтому будет, это должно быть совершенно обостренный сюжет, это должно быть эмоционально, угу. Это должно быть с интересом, чтобы смотрел зритель. Ставит этот спектакль режиссер Московского театра «Современник» Олег Плаксин. Многим семичанам он знаком по разным постановкам. Последние его спектакли «Дядюшкин сон», «Чайка». Павло Коэль. Да. Совершенно верно, да. Он очень много поставил, и вот сейчас мы с ним сотрудничаем. Он приехал еще в августе, в середине августа. А он уже в городе? Он в городе, супер. Да. И в конце, вот, 29-30, как я сказал, будет премьера. И поэтому я с удовольствием приглашаю семичан, гостей города на спектакли открытия театрального сезона трех театров и, например, у спектакля театра Достоевского. Следующая постановка у нас будет. Приезжает известный режиссер Полина Неведомская. Это ведущий режиссер БДТ, Большого драматического театра Товстоногова Санкт-Петербурга. И она будет ставить спектакль по пьесе белорусского драматурга, по сценарию, инсценировке белорусского драматурга Курейчика по Маркесу. Совершенно неожиданная постановка. Эта инсценировка нигде еще не шла. Спектакля такого нет. И из Санкт-Петербурга помимо режиссера приезжает еще и интересный молодой художник. Да. Поэтому вот эта постановочная группа, режиссер, художник, которые будут ставить спектакль, они приступают 16 октября, и 9 декабря будет премьера. Одновременно мы сейчас ставим эту до конца сезона сказку «Снежная королева» и театрализованное представление. Это будет наш подарок к Новому году нашим детям. А ставит? Ставит актриса и режиссер театра Анна Юдина. Ух ты, интересно. Друзья, давайте, 29-30 сентября премьера, да. И 9 декабря по Маркесу. Да. Вот это надо посмотреть, обязательно сходить. Обязательно. Я вообще Маркеса люблю очень сильно, потому что такой непосредственный писатель, который вот ты читаешь, понимаешь, что ну, он вот как есть, так и пишет. Это да. Ну и хотелось бы вдогонку этому сказать, что любая премьера в театре, из трех театров, любая премьера в театре, она должна быть премьерой, событием для города. Как выпуск самой экзотической или ожидаемой продукции, которую производят в нашем городе. Это должно быть событием. Это разве труд не так? Людей. Разве не так? Ну, мне кажется, что у нас театр один. У нас люди, театралов очень много, есть люди, обожающие просто ни одну премьеру не пропускающие. Есть даже люди, которые ни один спектакль не пропускают. Пусть они его видели. Потому что чем хорош театр, каждый спектакль по-другому, звучит. Совершенно по-новому. Да, правильно. Поэтому мне бы хотелось, чтобы у каждого здесь, мы не случайно, я часто об этом говорю, что не случайно семья – это мека культуры и духовности. И это должно быть не только на словах. Мы не только должны гордиться своими потомками, Абаем, Шамухтаром, Шакаримом, но мы должны гордиться то, что у нас есть сегодня, нашими музеями, нашими театрами, нашими артистами, нашими спектаклями. А гордиться – это
нужно просто оторваться от кресел, от диванов, от компьютеров и пойти в учреждение, ходить в учреждение культуры. Это и есть поддержка учреждения культуры, это и есть воспитание культуры. Замечательно. Я думаю, что любая премьера в нашем городе, нашего театра, трех наших театров, она является событием действительно для города, потому что не в каждом городе есть театр. Вот так случилось. Даже не в каждом областном центре, насколько я знаю, в Казахстане есть свой театр. Нам повезло, у нас их три. Это здорово. Яков Финович, в завершении программы я очень часто и очень много слышу от современной молодежи, приходится работать со студентами, естественно, лестные положительные слова о нашем театре областном, драматическом. И я очень часто слышу такие отзывы и такие пожелания, что я бы хотел попробовать себя в театре, я бы хотела попробовать себя в театре. Есть ли возможность у молодого поколения нашего вот как-то приобщиться к театру, причем не со стороны зрительской, а со стороны актерской? Я, конечно, есть. Я вам больше скажу, вот 90%... даже больше, 95% коллектива театра – это все местные артисты. Это ребята, которые пришли в театральную студию при театре. Это ребята, которые каждое лето, у нас тоже уникальный проект, я могу сказать, это театральный практикум, больше в Казахстане не существует, где все лето работают. Возглавляет этот проект артист театра, режиссер театра Андрей Глушков. Возглавляет, где все желающие от 6-7 лет и до бесконечности, которые ходят и занимаются, так скажем, театральным ремеслом. Ну, для нас не только научить артистам быть, а для того, чтобы они поняли, что такое театр. Это были потенциальные зрители наших трех театров. Но у нас существует и театральная студия. У нас есть каждый понедельник в 16 часов мы приглашаем талантливых, способных ребят на прослушивание. Понедельник, 16 часов. Да, и всех способных мы берем в театр. Сначала в театральную студию берем, потом осваивают профессию, и они переходят, так скажем, вспомогательный состав. И вот те ребята, которые прошли театральный практикум, прошли театральную студию, они уже все, практически все, закончили театральные институты, театральные академии, в основном в Екатеринбурге. Практически все. Многие из них с красным дипломом. Угу. Поэтому двери театра всегда открыты. И служебный вход для обучения, и главный вход как зрителей. Для приобщения. Мы всегда ждем. Спасибо большое. Друзья, мы сегодня говорили об открытии театрального сезона. Еще раз напомню, 29-30 сентября спектакль, режиссер Олег Плаксин приезжает, режиссер театра «Современник» ставит спектакль. Ну, известный в городе человек, он не один спектакль уже поставил. Спектакль «Безымянная звезда». Да. И 9 декабря спектакль по Габриэлю Гарсия Маркесу. Называется? Или это секрет пока? Это пока секрет. Пока секрет, не будем говорить. 9 декабря. Друзья, билеты приобретаются как в кассах театра, так и на сайте, как я понимаю. Вот сейчас мы открываем буквально в течение, перед открытием театрального сезона, за неделю у нас будет открыт сайт. Так что следите в соцсетях, следите на сайте. Яков Финович, спасибо вам большое, что уделили время. Все-таки я бы хотел вот на нашей утренней программе побеседовать и с режиссерами. Было бы интересно, мне кажется, жителям города. У нас очень активные жители, которые звонят, спрашивают, поговорить с самим режиссером. Если будет такая возможность, я надеюсь, она осуществится. Я думаю, да. Спасибо большое. Друзья, я напомню, что эту и многие другие программы прямого эфира нашего телеканала вы сможете посмотреть на нашем сайте, как в режиме онлайн, так и в вкладке «Архив» www.semeitv.kz. Ну, а мы прощаемся с вами до следующего понедельника. Всего доброго.